Спасибо! Слушай, ну нельзя, ну потише! Привет, Тоська! Привет! Ну, шпана, смотри, уши надеру! В современной фантазии на темы оперетты Дунаевского сохранились и любовный треугольник Тося, Костя, Лариса, и преклонение перед морем, зовущим в чужие края. При этом действие происходит то в шумной одесской коммуналке, то в театре, где герои спектакля репетируют белую акацию. По сюжету бравый капитан Костя отправляется в нелегкое путешествие в Антарктиду, а влюбленная в него Тося через позывные в радиоэфире говорит ему о своем чувстве. Видеотрансляцию спектакля можно будет посмотреть 11 июня в 18:00 онлайн. Спектакль действительно не сюжет, спектакль скорее настроение. Настроение, иронии о нас самих, о театре, о театральной природе, стихия игры, как природа театра, мечта, как природа театра, мечта о море, мечта о солнце, мечта о путешествиях. Порадует зрителей несколькими днями позже и уже полюбившийся спектакль «Вино из одуванчиков». Театр приглашает зрителя прожить с 12-летним Дугласом лето, наполненное радостными и печальными событиями. Бартенев очень здорово уловил это, и вот все вот эти щемящие нотки детства, которые были у всех, которые сближают, что ли, даже вот людей, это очень ценно. Это, поэтому, может быть, спектакль так и живет долго, что это всех затрагивает, всех в какой-то части, а какие-то свои закоулки души. В общем, вот так вот, мне так кажется. До начала режима самоизоляции актеры в этом сезоне успели опробовать новую сцену. На ней сыграли 3 премьерных спектакля. Следующий, 90-й юбилейный сезон, начнется с премьеры спектакля Нины Чусовой «Женитьба Бальзаминова» по пьесе Островского. Елена Малютина, «События».